Всем привет, друзья, с вами, как всегда, я, Фризен, и тема с сувенирными наборами очень сильно залетела, поэтому для вас я открыл их еще раз. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и погнали! Купил я, значит, 13 сувенирных наборов, все кроме Даста, тут даже некоторые по две штуки, да, как-то так, и еще 3 капсулы. Так, давайте откроем сначала Мираж, сувенирный набор. Вот так вот. Что тут есть вообще из нормального? Пламя? Ну, хотя с того момента, как последний раз я открывал, вроде ничего не поменялось. Поэтому давайте по-быстрому откроем. Сейчас посмотрим, что нам выкинет вообще. Тут, если что, у меня дозики в чате, поэтому залетайте на стримы почаще. Это все в прямом эфире, в лайве. Да-да-да. Понятно. Охотничья будка. Ясно, спасибо. Нормально. Так, теперь давайте откроем... капсулу с автографом. Капсулу с автографом откроем в надежде, что нам что-то годненькое выпадет. Я надеюсь, что что-то красное. Это будет красиво. О, бунтуют. Бунтуют пацаны в чате. Говорят, что они не додики. Извиняюсь, вы не додики. Так, а. Спасибо! Спасибо, да, нормально. Угу, красиво. Надо поменьше говорить спасибо, потому что потом в комментах пишут, что ты даун. Зачем ты говоришь спасибо Гейбу? Вот так. Давайте еще одну попробуем открыть фастом. Фастом, в надежде, что выпадет сейчас золотая. Раз, два, три, поехали. А вы, ребята, пока вы смотрите, там не забывайте подписаться на канал, поставить лайкосик, да-да-да. Как-то так. Ага, ясно. Тоже ничего годного. Теперь давайте у нас, значит, есть Инферно, Нюк, три Нюка даже. Три Нюка, два Трейна и Мираж. Два миража еще. Кэш, Инферно и Оверпас. А, даже 4 у нас нюка. Лол, ни хрена, нормально так купил. Нормально, нормально, пацаны. Так, давайте трейн откроем. Давайте трейн. Хотя зря я трейнов накупил, потому что ничего годного я тут не вижу. Красный кварц. Ой, я даже не знаю, сколько он стоит. Нюк. Следующий нюк, да, давайте в чате пишут нюк. Давайте следующий нюк откроем тогда. Раз их у нас целых-то 4. Ага. О, нормально. Ну, это синее, это синее. В конце посмотрим, что там, сколько оно вообще стоит. Пока что ладно. Давайте нюк. Вот этот нюк откроем. Вот этот. Ну, тупо сосочки тут. Какие же тут сосочки просто. Вот это я помню. Ох, выпал. В надежде, что сейчас выпадет. Давайте его посмотрим, осмотреть. Фух. Ну, не подведи. Не подведи. Контейнер. Наборчик сувенирный. Ток не подведи. Хух, погнали! Погнали, погнали, погнали. Да! Есть! Синее! Синее! Боже мой! Боже мой! Сколько оно стоит? Я прям сейчас даже хочу посмотреть. Это, походу, говно, да? Ну, пишут вообще говно, поэтому ладно, потом посмотрим. Сейчас не будем смотреть. Давайте попробуем открыть контейнер вот этот. В надежде, что что-то нормальное будет. Так. Хопача, поехали! Да стой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сейчас бы... Ну, хотя бы что-то было бы нормальное, а то опять. Ясненько. Почти, почти металлическая выпала. Ну, почти, не почти, но она нам не выпала. Так, так как самое такое это трейн, давайте начнем с трейна, я думаю. Давайте откроем фастом трейн. Потому что, говорят, тег... Тег вот этот стоит вообще, сколько он стоит? 11 рублей пишут вообще в чате сейчас. Понял. Городская штриховка нам выпадает. Ну, более-менее, неплохо. Это хотя бы что-то, чем ничего. Так, ладно. Дальше мираж. Дальше, так как у нас два миража, давайте летим мираж открывать и посмотрим, что у нас. А, ну у нас, да, я смотрел уже. Янтарный градиент и бульдозер есть. Ну, пламя. Я больше всего хочу пламя. В надежде, что выпадет пламя. Ну, бля, ну какой? Ну, посмотрите, какой. Какой обалденный просто. Ну, давай. Ну, давай, выдай нам что-нибудь. Угу. Это даже не синева, если что. Это даже не синева. Это хуже, чем синева. Так, по итогу у нас остается что вообще? Три нюка. Два инферно. И кэш с оверпасом. Давайте, значит, откроем нюк. Вот этот вот. Отсюда начнем, я думаю. Фух. Ну, было бы... Я бы не отказался вот от этого, конечно. Нюк, ты мне в прошлый раз выдал? Выдай-ка, пожалуйста, сейчас. Давай. Давай мы с тобой договоримся, не будем ссориться.
Хух. А ну давай, а ну давай. Угу. Выдал. Там что-то, по-моему, синее было. Но там оно было очень далеко. Что у нас дальше? Так. Давайте сейчас откроем Инферно. Вот отсюда Инферно крутанем. А вот в Инферно мне вообще нравятся пушки. Насколько же они обалденные. Реально классные. Начиная даже от того же Юспа, который синий, и заканчивая СГ. Ну просто секс. Просто сосочка, одним словом. Просто сосочка. Да. Я не отказался бы даже вот от этого Юспа. Вот от этого Юспа я бы даже не отказался. Поэтому попрошу какую-нибудь подкрутку, я не знаю. От кого-нибудь. Чтобы это было так. Поехали. Хух. Ох, как страшно. Страшно открывать, потому что ничего не выпадет нормального. Угу, угу. Осадок! Осадок нам выпал. Осадок нам выпал. Хреново. Так, ладно, поехали дальше. Так, что у нас остается? Инферно, нюк, нюк, мираж, кэш, оверпас. Давайте, я думаю, откроем оверпас. Оверпас. В оверпасе тоже очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Шедевр. Шедевр. Я даже боюсь представить, сколько стоит шедевр сувенирный. Там вообще, наверное, какие-то космические просто бабки. 100%. Но опять же, опять же. Один раз тогда выпало, сейчас все, меня просто валит. Неудивительно, почему неудивительно? Я не удивлен. Давайте попробуем в Гуччи линзах, в моих любимейших, что-то дооткрыть. Что лучше вообще? Давайте, хотя давайте... Во, кэш, мы еще кэш ни разу, мы кэш не открывали, поэтому давайте попробуем кэш хлопнуть. А ну-ка. Ну в кэше такое, по-моему. Цен я, конечно, тут вообще никаких не знаю, сколько что стоит. Но тут такое. Не особо мне что-то нравится, прям приглянулось. Ну давайте, Гуччи я одел, все, я сижу в надежде. Сейчас что-то выпадет. Хотя бы там 500 рублей. Спасибо. Вот это, по-моему, не 500 рублей точно стоит. Хреново, хреново. Очень даже хреново. Так, ладно. Инферно мираж у нас осталось. Два нюка мы оставим на потом. После вот этих вот мы сейчас откроем и полетим. Так как мираж такое себе. Мне тут тоже не прям так нравится. Ну, прям самое лучшее это Инферно. Поэтому давайте откроем мираж. Поехали. Поехали. Угу. Понятно. Ясненьком. Ясненько. Давайте Инферно. Перед двумя этими нюками. Давайте-ка попробуем. Хух, а ну-ка. А ну-ка, давай! Подкруточку попрошу какую-нибудь. Ну не зря же там 3К слил. Там что-то было фиолетовое. Там было фиолетовое что-то. Мне выпадает сувенирный Максим пыльник. Спасибо, там градиент. Почти был градиент, кстати. Но нет, мне выпадает пыльник. Nice, very good, very... Ну, нет, слов нету, как обычно. Как обычно, нету слов, и у нас остается два нюка. Давайте, сейчас я узнаю у чатика, что открываем. Какой из этих двух нюков открываем первый? Первый или второй? Давайте, пацаны. Больше всего два, больше всего два. Ну, давайте второй откроем, что же. Фух, не откажусь, не откажусь от чего-то. Вот АВПшку мне хотя бы, ну, будьте так добры, там, кто сидит. Сказали, Габен тебе все равно ничего не выдаст, можешь не кричать Габена. Я не знаю, кто там еще сидит. Давайте попробуем. Давай, подкруточку какую-нибудь обалденную. Опа, опа. Синее, синее. Холодный синтез. Ну, мне кажется, оно не стоит. Ничего не стоит толком. Ладно, в конце посмотрим. Все, последний у нас остается. Полетели. Открыть контейнер. Давай, поехала, давай. Дорогая молодая. Ну почему? Ну почему? Почему все настолько плохо? Так, давайте подытожим. В итоге у нас что вообще тут получилось? Ну, ничего годного, как я вижу, нету. Угу, ничего годного нету. Вся надежда вот на этот сувенирный P250, потому что он тут синий. Он синий. Возможно, что-то... Что-то он будет хотя бы стоить, я надеюсь.
Давайте перейдем сейчас на торговую площадку и посмотрим, сколько это все стоит у нас. Этот P250 у нас стоит 15 рублей. Ясненько. Ох ты, 44 рубля. Ну, это, конечно, не те 2000, которые у нас был Glock в прошлом выпуске. Но это хотя бы самое, по-моему, дорогое, что было. Так, ладно. Мак-7, который стоит 31 рубль. 15 рублей. 24 рубля, ничего себе. Думал, он вообще 6 копеек стоит. Так, дальше 6 рублей. 6 рублей тоже. 6 рублей. 15 рублей, неплохо. 9 рублей. Так, 4 рубля. Оля! Ля, неплохо! 200 рублей-то! Ох ты ж, не... Ну нормально. Это, получается, самое дорогое, что нам сегодня выпало. Угу. Дальше. Опача! 120 рублей! Ну ля, ну ты что делаешь-то? Что творится-то? 120 рубасов, это красиво. Дальше у нас получается 5 рублей это и 5 рублей это. По итогу как-то так получилось. И самое дорогое у нас вот это. Вот это, вот это и вот это. Как-то так. Фух. Я сумасшедший белый, мне трахаться с ним. Свожу их трех.